Один. Говори. Добрый вечер, дорогие слушатели подкаста «Пилим трём». Наш первый стрим, 40-й выпуск. Здравствуйте, друзья. Со мной, меня зовут Алексей Флазм Давыдов. Со мной мои дорогие соведущие Евгений Кистерёв и Алексей Тестов. Привет. Привет. Блин, это фон это вообще. Привет, друзья. Мы без подстав находимся прямо сейчас с вами в прямом эфире. Я даже вот поставлю сейчас запись. Мы делаем это первый раз, поэтому если у нас будут какие-то накладки, мы сразу извиняемся. Это все немножко. Скажите нам сразу, да, слышно ли нас нормально, ничего ли не мешает, всех ли слышно, видно. Вот. Забавно. В общем, сегодня, как вы помните, мы будем отвечать на ваши вопросы. Вопросов нам присылали очень много, прям очень много. Я вижу, в чате есть Михаил Першин. Михаил, спасибо тебе за то, что опять написал нам вот такую телегу, на которую мы будем отвечать полчаса. В общем, друзья, начнем традиционно с того, кто во что играл на прошедшей неделе. Алексей, тебе слово. Я, честно сказать, не то чтобы играл во что-то очень много на этой неделе. Я чилил в Red Dead Online. Я причем хожу там, не взаимодействую вообще с другими игроками. Я от них там подальше обхожу их. Мало ли, что от них ждать. Я до сих пор не знаю, что там можно, а что нельзя в Red Dead. Там есть задания такие, типа найти всех животных. Я не знаю, найти все растения. И, собственно, я занимаюсь именно вот таким. Травки щипаю, хожу. И очень расслабляет, надо сказать, когда вот начинает давить, что надо там все делать, что-то по работе, все успевать, вот туда уходишь в Red Dead Online, и никто там от тебя ничего особо не ждет, ходишь, ищешь утку, которую ты никак не можешь найти уже пятый день где-нибудь на болоте. Еще я поиграл немного в Хитмана нового, его недавно раздавали, ну как недавно, уже несколько месяцев назад раздавали на Epic Game Store. И вот не нравится мне что-то Хитман. Я раньше очень любил первую и вторую часть, но сейчас вот мне кажется, не сильно далеко они ушли от того, что было раньше. И все та же осталась механика, что такие глупенькие болванчики забывают про тебя, когда ты за угол заходишь или там кидаешь монетку, он тупо пошел за монеткой. Вот не нравится мне такой стелс. И больше всего мне не нравится, что там нет иммерсивности. Я за иммерсивность вообще в любых играх, в любых проявлениях. А там... Нет такого, что ты находишь прям какую-то суперинтересную возможность и такой, о, а ведь я могу это использовать. Потому что как только ты подходишь к какой-то возможности, типа вот там в туториальной миссии, например, скинуть лодку на чувака какого-то, тебе сразу говорят, появляется огромная подсказка и говорит, о, можно скинуть лодку. И мне вот такое не особо, я бы сам догадался, спасибо, не надо подсказывать. Это все можно отключить, там есть видение сквозь стены, подсветка важных персонажей, чтобы ты уж совсем легко мог как бы расправиться с игрой. Я все это подключал, и все равно особо вот не помогает. Я знал, что не получится. Да, вот это вот все подключал. Все равно скучно. Скучно. Так что вот так. Ну, Леш, мне немного непривычно тебя слушать. Во-первых, вы меня Zoom первый раз поставили. Мне интереснее тут. Как мы тебя поставили? Что там в Zoom? Поставили в Zoom. А во-вторых, чат еще есть. И это намного сложнее. Чат постоянно. Постоянно что-то. Ребята, вы что-то пишете постоянно. Такого обычно не происходит. Мы же не закончим тогда сегодня. Давайте дальше кто-нибудь следующий. Да, все, надо прекращать смотреть чат, это как Fall Guys играть на работе. Да, я играю в Ring Fit дальше, отлично. Меня сегодня поздравили с 10-м днем в игре, типа награди себя чем-нибудь. Я наградил себя стримом, очевидно. Что-то еще было интересно. Новая игра Олега Чумакова, которая называется Learning Factory, я в нее погонял. Я даже не видел ее.
Она вышла в альфу не так давно, по-моему, прошлую неделю был подписан. Интересно тем, что это типа Факторио, но там все продается в магазин, ты не просто это перерабатываешь, там коты какие-то, и там можно продать клубочек коту, продать домик, яблочко поиграть, сделать пищу для кота. И все это, короче, настраивается с машинным обучением, то есть в процессе продажи ты можешь это сделать как бы... Там подключается такая динамическая настройка цен, и магазин, он как бы сам выставляет цены в зависимости от модели, в котором машина обучения делает. Короче, я потом понял, что я сделал все неправильно, когда играл. Потом я на скриншотах увидел, как это надо сделать. Ну, игра в альфе еще не очень, юзабилити. Но, блин, это прикольно. То есть Факторио совместить с машинным обучением, это забавно. Так что рекомендую. Мне очень не хватило... Под транспортировочной лентой другой транспортировочной ленты. Вообще must-have для Факторио, я считаю. Но вот как бы там это уже интересно. С машиной обучения детектор. Леша, как там? Олег, как там выбрал контентом? Тему котов. Чего-чего? С контентом там как? Еще маловато? Да маловато. Не, ну альфа. Там буквально ты проходишь какой-то вот по развитию. Первый луп я играл, наверное, часа полтора-два, может. Меня прям заинтересовало тоже, закинул в желаемое, но, наверное, подожду немножко. Да, ну, бесплатно и интересно. Я как бы советую всем, кто хочет ознакомиться с тем, как можно это скомпоновать. Машинлернить. Да, Жень, что дело у тебя? Дело полезное. Да, я даже не знаю, что новое рассказать. Я играл в Age of Empires. Книжку дочитал про врачей. Нет, я винду поставил и пошел играть в Age of Empires. Вот, поэтому я скажу не про то, во что я играл, а то, что я очень жду. 31 числа выходит Dark Pictures, новая часть от создателей... Как там? Down? Что там Down? Until Down? Киношка, короче, да, выходит новая. Вот ее я очень жду. Слушай, они так прям плотно их выпускают, у них прям они, конвейер. Они пошел. Же сделали Dark Pictures Anthology, вот эту, это типа из 8 частей будет игра, по там 2-3 часа. О, ты фильтр нашел? Нормальный фильтр, вообще отлично. Вот, и там короткие такие типа истории хорроровые, и вот я жду, буду играть. Вот, а пока что... Что, с командой? В основном команда вытягивает, чтобы с ними по пятницам поиграть во что-то вы онлайн. Вы в Among Us продолжаете играть? Нет, мы один раз сыграли, и как-то у нас очень прижились все эти мемы про импостеров и все такое, но мы почему-то больше не играли в нее. Вы работаете вообще, или вы только тимбилдитесь? В смысле? Ну, мы только по пятницам. Мы просто это как почти в обязательном таком порядке. То есть каждую пятницу уже все привыкли, что собираемся и играем по вечерам. Леша, я тут недавно слышал, что аборигены Австралии и бушмены, ну, то есть вот такие прям низкого развития племена, тратили до 40% времени взрослых собирателей-охотников. То есть это взрослые особи, которые должны типа... Да, почти. Они делали игрушки детям, то есть они их обучали, развивали и так далее. Хороший процент времени, который ты инвестируешь в развитие, в тимбилдинг в частности. Ну, я не спорю. Ладно, друзья, понятно, все было весело. Пожалуйста, пишите нам в комментарии, во что вы играли на прошедшей неделе. Пусть мы это не прокомментируем сейчас, но у вас будет они уже какой-то интерактивчик там. А мы переходим к вашим вопросам. Тут бы отбивочку дать Лешину. Опять? Сейчас. Стой, подожди. Нельзя, неудачные дубли. Пишу, что Женя сидит за диваном. Прекрасно. Так, смотрим. Отбивочка на... есть. Была отбивочка. Была ее? Наверное, мы ее не слышим, я ее только слышу. И надеюсь... Опять шансон включали? Да. Я календарь переверну. Так, я открыл вопросы, поехали. Друзья, действительно, спасибо вам за то, что вопросов много. Когда у тебя есть возможность выбирать, это лучше, чем их выдумывать. Мы этим не занимались никогда. Да, 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 да. Так, вот и они. Пишет нам Дмитрий. Вопросы предлагаю читать по очереди, я начну. Итак,
Дмитрий спрашивает, какая структура расходов при производстве игры? Сколько процентов бюджета тратится на дизайн, арт, программирование и маркетинг? Дмитрий, тут все очень-очень индивидуально, потому что я думаю, что визуальная новелла и, например, 3D-шутер имеют кардинально разную структуру расходов. И вообще, как бы в одних и тех же жанрах разные студии подходят с разной степенью как бы щепетильности, например, к звуку или к музыке, или к маркетингу. Поэтому интересно, ну, как бы вот так, наверное, сделать какое упражнение. Взять какую-нибудь студию «Клей», посмотреть на продукты и понять для себя, а вот интересно, вот у них как они. Потому что есть талант, например, дизайнера, или талант артиста, или талант программиста, который за счет своего опыта или за счет своего каких-то удачных решений экономит. Предлагает что-то, что там продакшн сокращает или сразу является удачным решением и так далее. Но в общем и целом, наверное, глядя на продукты студии, можно вот такую процентовку выделить. А сколько ID-софтвера, а сколько Blizzard тратит туда-туда-туда? А сколько ваш знакомый инди-разработчик тратит на то, на то, на то? Вангую, что в инди-сегменте как бы маркетинг и затраты значительно меньше, чем в AAA, но про за остальное это очень индивидуально. Мне кажется, надо смотреть каждый случай отдельно. Что скажете, ребят? Я согласен. Да, ты как-то объемно ответил. То есть, ну, как бы в какой-нибудь там рандомно генерируемой игре, где не так много ручного контента, вероятно, на арт не так много тратится. Много тратится на дизайн и программирование, визуальные новелли по-другому. Спасибо, ну, там еще есть Евгений. Пункт про маркетинг. Как про маркетинг ответить? Сколько тратится на разработку, сколько на маркетинг? Ну, AAA 50 на 50 бывает, а в инди-разработке, да, тоже очень зависит. Как правило, вангую, что бюджет именно на маркетинг. Даже у инди-издателей бывает, что решения по маркетингу, они какие-то более хитрые, чем затратные, я бы так сказал. Поэтому, да, тут талант помогает экономить. Инди голь на выдумку хитра, тут всегда чего-то надо придумывать. Я думаю, так обычно происходит. У нас часто так это происходит. Следующий вопрос задает главный начальник. Я предлагаю Лёше зачитать его. Алексей миллионер. Где найти издателя? Что ему нужно? Сколько денег они могут дать? И деньги выплачиваются ли ежемесячно? Где ты живешь? Где ты живешь, да. И миллионер ли ты? Под какой половицей лежит этот миллион? Я не знаю, про какого Алексея речь. Может быть, про меня. Про меня, наверное. Нет, но я думаю, да, или может быть, про нашего третьего Алексея, которого зовут Женя. Латентного Алексея Евгения. По какой-то неведомой случайности ему не повезло с именем. Я думаю, мы можем ответить, я могу ответить за обоих Алексеев, что это не та информация, которой делятся, когда ты миллионер. Но может и миллионер, но только в каких-то зимбабвийских тугриках, а может быть и нет. Вот так вот. Вот когда пригласит тебя Юрий Дудь, тогда ему и расскажешь вот про, да, про все вот эти цифры. Владимиру, да, Путину. Где найти издателя? Мы уже, я думаю, обсуждали это достаточно много раз. И самый простой путь, мне кажется, это, собственно, писать всем. Мне кажется, все так и делают, в общем-то. У кого-то было по-другому. Ну, разве что издатель тебе сам, да, напишет. Но обычно ты просто берешь, делаешь питч какой-то хороший, краткий. Он, кстати, Леша, как твой издатель называется? Они на DTF недавно делали пост с недельку назад. Метапаблишинг. Вот, метапаблишинг. Посмотрите на DTF. У них есть отличный, да, пост, как питчить вашу игру. И, собственно, делаете питч и отправляете на чем больше адресов, тем лучше. Отправляете всем, кто вам нравится, и выбираете лучшее предложение. Сначала бывают ситуации. Наивно отправляете всем, кто вам нравится, потом отправляете всем остальным через 2 месяца, когда становится грустно. А бывает ситуация у вас, ребят, когда вы, например, делали список паблишеров, которым отправлять, но кого-то вычеркивали оттуда сознательно? Типа не их формат,
этим я потом напишу зачем-нибудь, а вот этих я не люблю и так далее. Не, я в итоге всем отправил практически, но... То есть как, в этот список изначально попали только те, кто мне плюс-минус нравится. То есть там Дагестан Технологи я в голове еще вычеркнул. Простите. Так! Простите. Ну, да, список-то изначально ты в голове сначала делаешь, поэтому... Насчет того, сколько денег они могут дать, это все очень опционально. И да что ж такое, у меня наушники выпадают из ушей у меня. Простите. Очень все опционально и зависит от вашей игры, естественно. То есть на AA там больше, на Indie поменьше. И нужно примерно понимать. Ну, наверное, если такие вопросы задаются, то это задают небольшие разработчики. Ну, да. А вот я не знаю, как посчитать, сколько тебе денег надо, в принципе, но кроме очевидного, что ты берешь, сколько у тебя есть людей, умножаешь их ну, зарплату, честно посчитать комфортные, именно не по эконом-варианту, а комфортные условия работы, заложить туда риски какие-то, потому что, ну, по срокам, соответственно, по бюджетам, и все, и в путь. Пытаться зарабатывать на деньгах издателя, наверное, не стоит. Не экологично это. Ну, тебе все равно их отдавать, по-хорошему. Ну, твоя задача не прожечь их, а прокрутить с максимальной эффективностью, сделать игру, и потом их вернуть издателю, а заработать еще больше. Ну, цель, надо о конечной цели думать. Типа, правильная цель сделать... Хороший продукт. Я думаю, для Индии в первую очередь стоит не вопрос не как заработать на деньгах издателя, не то, что там люди вообще думают о том, чтобы заработать на деньгах издателя. Может быть, боятся, что типа я назову сумму, она слишком большая будет. Да, именно так. Потому что я думаю, в основном. Не бойтесь, называйте комфортные суммы свои. Тем более, слушайте, в СНГ такие... эти суммы обычно поменьше, и даже ваша комфортная реальная сумма, это скорее всего для издателя будет так. Ну, не скажи, сейчас довольно много. Мы вот когда общались с издателями где-то в начале этого года, 20-го, у меня было ощущение, что многие издатели, у которых как бы хорошие бюджеты, они подсократили платеж на проект для того, чтобы попробовать больше. Ну, это логично, да, ты больше корзину берешь, венчур, больше проектов, меньше рисков в итоге на каждый. Вот, то есть... Это зависит от стратегии издателя. Но я к тому, что многие, ну, как бы в русскоязычном сегменте, многие, с кем мы говорили, они такие, не, чуваки, мы не готовы там больше 50 тысяч давать на проект. У нас просто устоявшихся таких издателей, которые много лет работают еще пока... Не знаю, а кто в русскоязычном сегменте. То есть, ну, они только появились за последние там 2-3 года, много издателей появилось, и понятно, что им еще пока надо пробовать искать свои хиты, они не готовы вкладываться в одну игру сильно. Не, ну вот мы много с кем говорили, у нас, по-моему, было прям вот в СНГ-сегменте, не знаю, 5-6 компаний разных, именно вот здесь. Больше 50, не, мы не... Забавный момент, что вот насчет суммы я с несколькими людьми общался и говорили примерно одно и то же, что типа мы попросили X, и нам издатель говорят, не, вот это для нас, типа, если бы вы чуть меньше попросили, то да, если бы сильно больше, то тоже да, а вот вы вот в X попали, мы типа не. И суммы такое разные были у этих людей, и все время, какую сумму ты не назовешь, они такие, вот меньше да, или больше да, а вот не. Ну окей, это может быть отговорка на самом деле. Типа проект не понравился, такие, блин, ну вот сумма неправильная, удобно, знаешь, чтобы не обидеть. Удобно. Типа проект да. У вас так себе. А тут, ну вот просто сумма не та. Может быть. Окей, давайте погнали дальше. Какие условия были с Чаклфишем в плане дележки денег, Алексей? Не могу это говорить, это NDA, естественно. Я могу, кстати, на предыдущий вопрос еще там у нас чуть-чуть осталось. Выплачиваются ли деньги ежемесячно? Нет. В моем случае это было где-то поквартально, и ты раз в квартал там закрываешь этот Mailstone, собственно, они смотрят, процесс идет, все хорошо, на денег. У нас не было, кстати, такого, что там типа...
зафакапили, например, Mailstone какой-то, ну, не успели, да, просто что-то доделать, и чтобы нам сказали, типа, все, денег больше не дадим, вот доделайте Mailstone, тогда дадим. Всегда говорили, типа, да, окей, все хорошо, ладно, нате денег, ну, потому что иначе у нас как бы не на что существовать. А у знакомых вот бывало такое, поэтому Mailstone лучше, конечно, не факапить, вот так вот. Еще я, знаешь, какой момент добавлю про вот репорты. Сейчас площадки репортуют каждый месяц, в основном Steam каждый месяц переводит и отчитывается. А вот отчет как бы раз в квартал, он сопряжен, как правило, с работой с консолями, то есть некоторые как бы консоли до сих пор репортуют раз в месяц. С печатью в ритейл, потому что ритейл отчитывается тоже ежеквартально, это связано с отгрузками, продажами и прочим. Но это всегда сложно было, да, диски там продавать. Вот. А если мы делаем, например, диджитал-платформы, Switch, Steam там, и так далее, или мобильные, например, то есть смысл создателям говорить о ежемесячной отчетности. Как бы. Это все, ну, условия договора. Мне кажется, что рапортовать не так сложно, как ждать 3 месяца, потому что пока деньги находятся у издателя, они дешевеют за счет инфляции, что-то меняется и так далее. Чем ближе вы к выплате, тем в более комфортных условиях находится студия. Поэтому, ну, как бы тут надо обсуждать. Не, надо обсуждать с издателем. В момент разработки у нас так было. Сейчас у нас, когда именно выплаты, они уже ежемесячно. Там Кузьмич нам пишет, говорит, собрал комбо, зашел к вам из спортзала. Кузьмич там вселял подкаст в комментариях, устроил. Там ему уже вопросы задают. Мишу, поздравляем с днем рождения. Спасибо, что ты так нас пиаришь. Мы рады тебя всегда видеть еще раз у нас в гостях. Так. Друзья, поехали дальше. Что у нас спрашивают наши следующие гости? Значит, Коллинг задает вопрос всем ведущим. Какой самый необычный маркетинговый ход вы совершали для своих игр? Насколько это было эффективно? Ну что, Евгений, расскажешь про свой этот эксперимент с Порнхабом? Извините, это была шутка, извините. В общем, какие самые необычные маркетинговые ходы и маркетинговые ходы вы совершали? Насколько это было эффективно? Я вот не могу ничего вспомнить такого прям интересного, но единственное, это Reddit-посты, которые я там выкладывал. Это такой стандартный, мне кажется, уже ход, то, что вот мы вдвоем с другом там 3 года назад начали делать, и наконец-то это, ну, прям часто появляются в определенных разделах на Reddit вот такие. Они очень хорошо работают, надо сказать, поэтому пишите, как вы чего-то добились, люди этому радуются. Ну и плюс я... написал вот эти здоровенные статьи свои, как мы к этому шли. Это, в принципе, из той же области, постил на DTF. Тоже было неплохо, да. По крайней мере, если это не принесло каких-то там вишлистов напрямую, то, по крайней мере, там чуть-чуть подняло известность команды, что тоже хорошо. Я вот сейчас не знал, что ответить, но вспомнил штуку, то, что мы в первый Sky Hill в PC Build встраивали новостной блок, типа, в котором управляли удаленно с сайта. И, короче, благодаря этому, когда вышли видео в Корее, в Японии по Sky Hill, Let's Play, по PC-версии, у нас было написано в новостях, в новостном блоке мы сразу написали, до этого, получается, мы написали, что вышла iOS-версия, и у нас iOS-версия из-за этого очень сильно поднялась в этих странах, там миллионники были. И до сих пор Корея и Япония — самые сильные страны на айфонах. Ну, как бы благодаря PC-стримерам, ютуберам, вот. Прекрасно. Такое... Ну, я уже рассказывал, мне кажется, в одном из выпусков мы там письма делали, чаем старили конверты, как мы вырезали в листиках там роботы, фотографии запускали, чтобы сделать на фоне природы. В общем, я не считаю, что это какой-то из ряда вон выходящий маркетинговый ход. Ну да, вот такие мы какие-то эксперименты ставили. Окей, что у нас есть еще? Спрашивает вопрос... несмотря на тавтологию, Евгений Степанов.
чего лучше начать разработку игры? Какие, например, три первых этапа? Вопрос не про саморазвитие разработчика, а про непосредственно проект. Черт возьми! Прямо с языка Евгений снял у меня, так сказать, это про то, что, значит, вырасти из себя крепкую, вставшую на ноги личность. Слушай, что сначала саморазвиться надо. Да, конечно, а потом только начинать делать игры. Я чувствую, Леша запали стойки, короче. Он что-то часто мне их припоминать стал. А что ты ими хвастаешься? Я нет, я советую. Я тут PewDiePie смотрю, он стойков читает. Это может быть, кстати, не так далеко друг от друга ушло. Я считаю, что это отличная книга по тайм-менеджменту. Лучше, чем последние. Там, я что-то не в курсе. И хорошо. Значит, с чего лучше начать разработку игры? Три первых этапа. Идея первая. Причем такая, не которая так, ну, какую бы взять идею? Ну, возьму вот эту. Лучше такую идею, которая вас прям так жжет, что вы с ней не можете больше ничего делать, как только взять и начать ее разрабатывать. Вот эта идея, да. Идея, которой можно других заставить делать эту идею, рассказать им, и чтобы они вдохновились. Как вариант, проверка идеи, которая продает концепт на базе, на стадии там элевейтера пича, одно предложение, это очень хорошо. Mm-hmm. Потом, конечно, прототип, желательно тот, который можно поиграть. Я считаю, что пока не поиграл, не понял, фановый или нет. Есть куча, вот куча, чтобы вы понимали, людей опытных в индустрии, которые идеи, считают, что это клево. А пока они сделают прототип, они считают, что это реально клево. Делают прототип, и все, фигня какая-то. Не будет работать, вот не. Короче, надо обязательно. Идея, прототип и препродакшн. Я считаю, это вот три начальных. На препродакшн визуальный стиль, как бы комбинация фичей, закладывается основа команды, если ее нет, ты ищешь людей, которые тебе подходят, с которыми поплывешь, и так далее. То есть вот все это тоже начальный этап, на мой взгляд. Как вы считаете? В чате хороший совет — найти стабильную работу, и это правда. Отлично, это да. Вон Леша с гифок начинает, например, проект. Ну, гифки — это у меня такое, вместо прототипа и вместе с прототипом штука. У меня просто не сказать, чтобы уникальные там геймплейные игры, поэтому мне гифки подходят. То есть важно, чтобы визуальный стиль цеплял, чтобы это выглядело интересно. Поэтому это, в принципе, тот же самый прототип, можно сказать. Только без игры прям совсем ранний. Прототип прототипа. А так, согласен, да, все. И очень сильно недооценивают обычно препродакшн и расписывание фичей на бумажечке. Это очень помогает сформировать самому в голове у себя четкое видение проекта. Даже, ну, хотя бы core расписать, а лучше, конечно, все расписать. Потому что к GDD обычно отношение такое, ну, типа, да у меня же все в голове. Смотрите выпуск про фичекат. Мы там это все об этом много говорили. Чекатели. Ну, Жень, давай следующий вопрос зачитаем. Я уже привык. Так. Каким юридическим граблям нужно готовиться начинающему разработчику или инди-студии и как их избежать? Самые первые ваши юридические враги — это вы сами, если вы работаете не один. И поэтому перед тем, как... Надо устранить остальных врагов. Хоть перед тем, как хоть что-то вместе начинать делать, надо заранее договориться, зачем вы это делаете и что будет, когда вы заработаете миллион. А, ты имеешь в виду между членами компании? Самый первый вопрос, наверное, да. Перед тем, как к внешним каким-то... Тоже лучше не затягивать такое, потому что у меня было на практике, да, такое, что очень, очень сильно меня подвело, что я не подписал никаких ни договоров, ни там хотя бы письмеца о намерениях, и потом потерял очень много, да. У вас было такое? Вот скажите на своих примерах, насколько это важно. Или вы сразу умные были и все подписали? Кто-нибудь? Леш, ты?
Я немножко выпал, просто смотрел на чатик, и поэтому мне показалось, чатик, что ты с чатом разговариваешь. Вообще. Да. Это вообще отвлекает только так. Ребята, вы продолжайте писать, если хотите, чтобы мы, да, мы туда отвлекались. Это интересно. А, еще раз, пожалуйста, вопрос. А вопрос, было ли у тебя такое, что ты не подписал какие-нибудь бумажки, и потом это тебе боком вышло? Блин, ну не то, чтобы не подписал, скорее подписал не те бумажки, такое было. Я один раз, мы вообще как первый договор сам подписывали, на первую флеш-игру, которую продавали, я увидел договор и офигел, испугался от того, как много там юридических обязанностей, это был мой первый договор на игру, я так думаю, что, неужели вот так? Вот неужели вот все вот это вот и всего за 750 евро я должен как бы подписать? Испугался и не стал подписывать. Это был некрасивый ход очень. Помню, я про это рассказывал. Был так Spill Games тогда еще. Была Мартина Спанс там работала, если помните ее. И мне кажется, она меня потом, ну, припоминала. Она добродушная девушка была, но припоминала мне потом то, что я это не подписал дело. А... Игра была Rail & Valley, и хорошо, что я ее не подписал, потому что мы ее самоиздавали на своем сайте, у нас образовался портал, это была наша линия, она потом выросла в Train Valley, и слава богу, что я тогда тот контракт не подписал. Вот так вот. Ну, целый ком запустила эта штука. Да. Ну, я потом считал, кстати, что даже флешка на этом портале за, там, условно, 5 лет... в районе что-то 12 тысяч принесла тогда против 700, это хорошо. Игры имеют длинный хвост. Это я бы о чем сказал. Мне повезло, мне подписывать первый проект помогал юрист. Были рядом более взрослые товарищи, которые подсказали, что надо с юристом работать. И для меня, как для начинающего разработчика, было большим открытием, что контракт, который тебе присылает издатель, это не то, что ты должен подписывать. Вообще, Леша развлекается. Извините. Это не то, что ты должен подписывать сразу же, и что над контрактами можно работать. А как происходит с большинством инди-разработчиков, то, что они видят контракты такие, сразу лепят свою подпись, а там не пойми, на что подписываются. На 100 лет, на микроволновки и на все подряд. Вот. Не, ну если... контракт написан на английском, он пугает. Ты такой, блин, это как что-то вот, что как скрижаль каменная, которая там, да, ничего не... Да, он пугает, не... действительно. Я не знаю, как в этом первый раз разбираться без юриста. Я просто подписал такой, все, давайте, погнали. Вот три разных кейса, кто как подошел к этому. Я убежал, Леша подмахнул, а Женя попозвал. А я 2 месяца работал над контрактом, да. Но это, кстати, я очень рад, что это сделал, это потом очень хорошо сыграло. Хорошо, давайте дальше. Алекс нам пишет: Флазм, прошу, сделай билд под PS Vita, пожалуйста. Могу помочь. Могу помочь с портом. Это такая небольшая реклама услуг. Алекс, слушай, на PlayStation Vita, во-первых, непонятно какой игры, ну как бы... Всех, Алексей. Train Valley 12 года выпуска, может быть, и стоит под PlayStation Vita портировать. Вы видели тред недавно про то, что Sony там что-то там своей, это была статья, своей поддержкой старой консоли убивая, лишает нас игрового наследия и культурного вот слоя старых игр, в том числе, как поддержка PlayStation Vita ушла и так далее. Что вы думаете на это счет? А поддержка PlayStation Vita разве ушла? Она есть, но нет возможности купить с PlayStation Vita игру. Нет, через сайт нельзя, само устройство вроде можно до сих пор. Ну там вопрос про обратную поддержку, что вот новое поколение консолей и так далее, что вот уже с третьей плойкой сложнее, PlayStation Vita так вообще. Ну это да, это тогда я согласен. Но они как-то возрождают какую-то классику, то есть там тот же первые три части Uncharted, первые три части Resident Evil даже можно купить на PlayStation 3 как минимум и играть. Думаю, это на четвертый тоже. Основной поинт был про то, что типа они возрождают, ну ведь ремейк старой игры, это не то, что старая игра, да? Нет, ты там не ремейки, там же классика, упакованная просто заново. И единственное, чем она отличается...
Да ничем не отличается. То, что не надо физически вставлять карту памяти в устройство. То есть там... Ну, в общем, есть эмулятор, это, конечно, очень клево. Вот где бы мы в Аркане оф Тайм бы еще поиграли в Зельду, да? Если... Не, ну, сказать, они не все возрождают, конечно. Только хиты, наверное, какие-то признанные. Ну, а тут речь-то про новые игры. Почему вы новые игры не портируете на старые консоли? Но это нормально, то, что люди привязываются к своим консолям и хотят там получить побольше опыта с них и подольше с ними не расставаться. Точно так же, как и нормально для разработчиков, то, что они не хотят тратить время и деньги на портирование на консоли, где да. даже магазина нет, собственно. Как распространять игру? Или для... консолей, на которых ты продашь 3 копии, это же не окупится, все равно ведь это вопрос о деньгах. И это вопрос о деньгах не потому, что разработчики такие алчные и злые, да, там, я там не заработаю, а потому что пока ты тратишь силы на что-то одно, ты не делаешь что-то другое. Пока ты портируешь игру, ты не портируешь ее на более современную консоль какую-то, поэтому это все вот такое. Нормально. Ты не то, заставляешь люди хотят, людей и... плакать. Да... Так что вот так. Скажите, вы видели видео про игру, которую портировали на Sega? Не портировали, разрабатывали. Есть клевое видео про две игры современные, буквально вот этого года предыдущего. Как делают на картридже через Kickstarter на Mega Drive. На Sega. Я смотрел прям, мне кажется, я его видео 5 посмотрел этого чувака, который это делал. Ну там разные, там про лисенка один проект был, а второй типа топ-даун шутер такой в духе Metal Gear, мне кажется. А может быть с небольшой этим. Ну, в общем, я видео скину в наш телеграм-канал, мне очень понравилось на этой недельке его глянуть. Прям такой в ретро-вайбс, но, блин, это же... Люди там реально показывают, где в кит Сеги оказался, как они там в ассемблер лезли, как они оптимизировали гамму там 16 или 32 цвета. Типа на персонажа отдельно. Ну, очень клево. Да, в общем, скину. Ну, я считаю, поехали как? Дальше, извините. Алекс, который задал вопрос. Если у тебя есть своя игра, ты можешь ее спортировать на PS Vita. Сделай это. Из этого может получиться прикольная хотя бы локальная история. Типа, или прикольный видос, или что-то такое. И приходи прикольно. К нам в подкаст. А мало ли твоя игра окажется последней игрой, которая вышла на PS Vita. Представляете, это статус? Для тех трех владельцев PlayStation Vita, это ну да. Ладно. Ну, я согласен, это отличная история, поддерживать старые консоли, из этого можно винтажный гейминг, такую брендовую вещь развивать. Ну, общем, может быть, как инфоповод подавить. Просто интересный, что ты портировал игру, я не знаю, с PlayStation 4 на Spectrum. Попробуйте такое. Отлично, это прям не демейк, а даже, ну да, демейк, наверное. Окей, поехали дальше. Виталий задает вопрос. Привет! Привет, Виталий. Уже несколько месяцев работаю над своей игрой. Поздравляю. Но в процессе работы иногда приходят идеи совсем других игр, которые, как кажется, и делать быстрее, и даже проще. Известная проблема. Хорошо, это, типа, мне кажется, это форма прокрастинации, конечно. Появляются мысли поставить на паузу текущий проект и начать разрабатывать новый. Уточню, что над своей текущей игрой на данном этапе работаю один. Поэтому мысли приостановить в процессе работы над одной игрой и начать новую кажутся допустимыми. Но нужно ли так делать? Бывает ли такое у вас? И как, в общем, при проявлении новых кучи новых идей сохранить концентрацию на текущем уровне? Привет, Виталий. Это прямо там, вот, да. Ты просто, ты только первую часть вопроса прочитал, ты понимаешь? Ну, давайте на нее ответим и дальше будем, потому что ну, мы утечем. Я считаю, тут емкий, как бы сочный вопрос. Ну, понятный вопрос, хороший, мне нравится. Начну молодец, издалека. Виталий. Когда у нас были труды в 7 классе, нам пришел клевый препод на труды и сказал, мы будем делать, заниматься с вами моделированием. И мы будем делать машинки, кораблики и самолетики. И реально ведь не обманул, принес нам этого механика, вот, ну, в смысле не popular mechanic, а есть русский моделист-конструктор, выбрать там можно было модель, чертежик. И я выбрал кораблик. И что вы думаете, спустя неделю, когда я начал пилить болванку на кораблик, чтобы отлить ее в эпоксидной смоле, мне показалось корабли такими скучными и неинтересными. Я нашел машинку,
принес ему, он сказал, ладно, один раз меняем на машинку. Потом через какое-то время я понял, что пилить болванку машинки — это вообще ад. И вернулся на кораблик. Вернулся на кораблик. Короче, Виталий, и к чему эта вся долгая метафора, аллегория? Прокрастинация будет грызть тебя нещадно всегда и везде, и кажется, что у кого-то вот соседний кусок мяса больше и так далее. Надо... Команда в том числе помогает консистентно двигаться в одном направлении какое-то количество времени. И это надо сделать, без этого никакой проект не будет закончен. И любой проект будет казаться надоевшим, приевшимся. Но профессионал на то и профессионал, что он работает даже тогда, когда ему это не нравится. В этом его отличительная особенность. Что думаете, ребят? Полностью согласен. Хороший момент в этом, ну, хороший совет, который от кого-то слышал и сам часто употреблял. Если не нравится просто все в целом, делай какую-то вот мелкоту, которая тебе нравится сейчас, но для этого проекта. То есть рисуй травку, я не знаю, сделай солнышко красивое, яркое, там шейдеры наверни офигительные на него. Но ты все равно это используешь в будущем. Клипай осетики маленькие, если уж совсем не хочется делать все в целом, то делай что-то маленькое, но в том же направлении. Менять и задумываться, ну, то есть задумываться о том, чтобы поменять проект, это нормально, конечно, и все через это проходят. И иногда так и даже, может быть, и стоит сделать, если уж какие-то объективные причины пришли в голову, почему это вот не взлетит, и что ты понял, что это не, ну, это прям совсем не то. Но тут важно отделять все-таки, ну, реальные какие-то проблемы проекта, которые могут быть в будущем у него, что его стоит все закрыть и закопать, от просто нежелания делать его прямо сейчас. Я думаю, если нету вообще ни одного реализованного проекта, еще не пройден этот путь, то о таких вещах задумываться не надо. Есть же золотые фразы там, золотые фразы геймдева, которые повторяют каждый на всех конференциях и везде, это все уже стали слышать. Учитесь заканчивать свои проекты, да? Да. То есть, и этому, правда, нужно учиться. А команда — это лайфхак. Если ты с кем-то, ну, как люди там, я не знаю, договариваются утром на пробежку, да, подружки? И такие, типа, это... Одна не пойдет, другая не пойдет. Коллективная ответственность, все. А тут как бы у тебя, ты ж не придешь к команде, не скажешь, ребята, я, знаете, что-то подумал. Слушай, да, так, такое же бывает, и от этого же разваливается куча проектов на самом деле, что там наоборот, не то, что все бегут, и ты бежишь, а никто не бежит, и ты думаешь, а мне нафига. Так что спорно, зависит, конечно, от человека, если он тоже ответственный и будет работать, то да. Ну так команда-то нужна какая? Нам команда нужна такая, которая будет команда тебя мотивировать. Мечты. Ну, во-первых, должны быть прям люди, команда которые, фас. Да, которые... Допустим, я понял тебя. Вторая часть вопроса Виталия. Сам думаю, что тут, наверное, вопрос больше не про планирование, установку самому себе вроде «я больше недоступен для новых идей, стилей графики, жанров, пока не релизован текущий проект», а про эмоциональный. Когда на текущем проекте рисуешь постапокалипсис, а потом вдруг появляется желание начать новый проект, чтобы там рисовать мультяшный тайкун. Реально ли тут дело в выгоде от нового проекта, или это просто желание отдохнуть от текущей работы путем смены деятельности, стиля рисовки, жанра игры и так далее? И как быть в том и в том случае? Спасибо. Я думаю, что тут Виталий сам ответил на свой вопрос. Да, да, да. Надо немножко давать себе... Виталий, задумайся... Задумайся над тем, что такое, что на самом деле значит принятие решения. Ты же принимаешь решение, а не допускаешь какую-то идею, типа, а может быть это сделать, а может быть это. Принятие решения несет за собой ответственность, что ты должен потом это сделать. И поэтому, ну, наверное, принимать решение о том, какой проект нужно с большей ответственностью и так далее, а потом уже просто учиться следовать своим решениям, если прям вот, прям так говорить. Ну, последовательность — это очень важно в любом деле, конечно. Извините, я тут отвалился немножко. Продолжаем. Кто хочет дочитать вопрос от Акима? Да, давай.
Друзья, расскажите, пожалуйста, про структуру своих команд. Сколько у вас человек, как расставляете задачки и контролируете процессы? Как часто проводите созвоны? Если большая команда, то получают ли сотрудники бонусы, проценты от прибыли проекта? Но давайте я, так как у меня все слишком просто и проще, чем у остальных. Нас всего два человека, поэтому у нас все 50 на 50. Мы созваниваемся периодически, когда нужно что-то обсудить такое, что не помещается в один абзац текста. Обычно мы просто переписываемся. Но когда мы нанимали людей дополнительно для того, чтобы там с паркированием побыстрее все успеть, мы созванивались каждый день в определенное время. У нас был продюсер. У нас было человек 10, может быть, 12 максимум на проекте, если считать всех там, и кто маркетингом занимался, и вот всяким таким. Да, каждый день созвоны, а так... Но это были все наемные сотрудники, то есть такие контракторы, считай, фрилансеры, поэтому... У них была фиксированная там зарплата почасовая, ну, в принципе, и все. У вас как? Мне комфортно работать в районе 5-6 человек в команде, и созвоны раз в неделю. Мы по понедельникам обсуждаем наши, как бы, текущую ситуацию, дальнейшие планы. Если надо созвониться чаще, созвонимся чаще. Но, как правило, хватает и одного созвона в неделю. В плане оформления, кто как, у нас разные системы, как бы, оплаты, есть зарплата, есть бонусы, зависит от каждой конкретной ситуации, каждого конкретного проекта. У нас тут по-разному все. Как расставляете задачи, контролируете процессы? Асана, Slack, как сейчас проводится, ну, вроде ответил, да. Ну, сейчас у нас от издателя еще плюс 5 человек, то есть, как бы, 5 внутри разработки, плюс мы еще с издателем отдельно созваниваемся, и там еще... как бы у нас и продюсеры есть, и ответственность за локализацию, и за тестинг, и так далее. Но это прям отдельная кухня, паблишер уже. Евгений. Аким, привет. Если это этот Аким, потому что это просто Аким. Мы, нет, не факт, что... Что, не надо здороваться с просто Акимом? Нет, просто Аким, здравствуй. Только со знакомыми людьми здороваюсь. Только со знакомыми Акимами здороваюсь, конечно. Понятно, понятно. У нас сейчас... Сейчас, знаете, такое время, что абы с какими Акимами вредно здороваться. 8-9 человек у нас сейчас. Я читаю прямо по вопросам, чтобы ответить. Надеюсь, Аким структурированно мыслил и задал все вопросы, которые хотел. Как расставляете задачи, контролируете процессы? Мы пока что сидим на Асане. Очень хотим перейти на Джиру, но никак не можем. Поэтому мы сидим на Асане, расставляем там задачи, там же их проверяем, используем теги всякие в процессе, выполненные и все такое. Как часто проводите созвоны? Общая вся команда у нас созванивается раз в неделю. Но есть какая-то часть, это 4-5 человек обычно, которые больше в продакшене завязаны, и на данный момент созваниваются каждый день по будням. То есть у нас заданное время всегда, например, в час дня, и мы на 15 минут созваниваемся и обсуждаем для того, чтобы, ну, как наладить коммуникации, если у кого-то какие-то проблемы возникают. Но все созвоны, они всегда по времени. То есть, если нечего обсуждать, то мы там созваниваемся, пошутим и разойдемся. Но зато пообщались. Если есть что обсудить, то ты точно знаешь, что раз в день ты можешь поговорить со всеми, с кем тебе нужно. Вот. Это про созвоны. Если большая команда, то получают ли сотрудники бонусы, проценты от прибыли проекта? Нет, у нас все на зарплате. У нас на процентах нет людей. Сурово. Так. Окей, поехали дальше. Задает вопрос Антон. Парни, привет. Я новый человек в геймдеве. Пришел из рекламы и кино. В рекламе и кино хорошо знаю ответ на свой вопрос. А как обстоят дела в игровой индустрии? Собственно, вопрос.
Пользуетесь ли вы фрилансерами как рабочей силой? Если да, где ищете аутсорс? Где фрилансеры продвигаться и где искать фрилансеров? Спасибо. А, спасибо за вопрос, Антон. Кто ответит? Ну, давайте опять я скажу. Мы, да, нанимали фрилансеров довольно активно какое-то время, ну, в какой-то очень узкий промежуток времени. И я не могу сказать, где мы их искали, потому что фрилансеры все у нас были практически все знакомые издателя. То есть те, с кем они уже работали, те, кто уже показал себя там как хороший ответственный человек. Скорее, как контрактники, а не фрилансеры. Ну, контрактники, да. А вот в чем разница, скажи? Ну, фрилансеру ты говоришь, нарисуй модельку, получишь $100, а контрактнику ты говоришь, поработай месяц, получишь $100 в час, да? Ну, я как-то так понимаю. Ну, наверное, да, но для это... меня все равно, мне кажется, это довольно близкие вещи, то есть люди работают на других людей за какую-то плату, поэтому мне кажется, это так. Но тут сложно, то есть сказать, где, допустим, искать тогда фрилансеру, где себя показать, я вот на это ответить не могу. У вас как опыт? Я могу посоветовать Upwork как ресурс для... Ну, не посоветовать, а рассказать, что там часть фрилансов, фрилансеров, с которыми можно работать. Мы там работали с писателями, частично с переводчиками и что-то еще, не помню. Upwork использовали... Для, например, для записи войсоверов использовали voices.com, для поиска актеров. И также работали с фрилансерами, ну, которых там также через знакомых как-то находили. Например, там персонажку модели частично мы аутсорсили. Помните такой ресурс gamedev.ru? Вот не знаю, сколько он сейчас хорош. Когда я искал, что там он хорош для поиска фрилансеров, ты думаешь? Ну, там бывает, да. То есть это один из вариантов найти там, но мне кажется, там довольно много шума. Мне кажется, сейчас нужно быть очень специфичным человеком, чтобы сидеть на форуме gamedev.ru. А ты тонко-тонко так прошелся по этим. Ну, посмотрим. Я думаю, что пишите, да, в чате, кто хотя бы раз в неделю заходит на гендифру. Нет, я бы другой вопрос спросил. Если вы аутсорсите где-то, напишите где. Типа fl.ru есть, да? Есть веблансер, по-моему. Нет, те, кто аутсорсит, не сидели бы нас, не слушали, они бы работали. Много работали. Нет, они заказали кому-то, нашли где-то аутсорсера и сидят нас слушают. Все нормально. Окей. Так, смотрим, что у нас дальше. О, мы дошли до огромного вопроса. Дорогой ты наш Михаил, даже имени твоего не видно, потому что вопрос в таблице занимает слишком много места. Ну что, давайте отвечать потихонечку. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуй, Михаил. Поздравляю с 40-м выпуском. Спасибо. Большое спасибо за интересный, душевный, уютный, даже немного юмористический подкаст. Подготовил к юбилейному выпуску немного вопросов столько, для вас. Заранее столько стараемся ради юмора и все еще немного юмористично. Что за дела? Надо больше чего-то там юмора, Евгений. К вопросу к Евгению как раз-таки. Про прекращение работы с издателем. Расскажите, сколько времени занял процесс расторжения, возврата прав на распространение игры? Понадобилась ли вам сторонняя юридическая помощь для этого, Евгений? Это заняло где-то полтора месяца, и мы не пользовались сторонними юристами, разобрались сами. И все. Ну, как... А что? И тут детали тяжело раскрываются. Ну, вот так, да. Юриста специально не нанимали для этого. Очень обтекаемо. Ну, а как... Хорошо. Да. Согласен. В 37-м почти что году выпуске вы затронули тему аналитики в играх. Расскажите подробнее, какие инструменты вы... В 37-м году мы затронули аналитику. Расскажите подробнее, какие инструменты вы для этого используете и какие самые полезные выводы вы смогли заключить с их помощью. Выводы заключить. В 37-м выпуске кто у нас был?
Я думаю, это был выпуск про Ancient был, Planet. Да, наверное, у нас был как раз... Так мы же и сказали, что Night. Мы не используем тогда аналитику. Дима Исаенков у нас был в гостях. Это вот больше, конечно, в мобильной истории, хотя, наверное, и многие PC-проекты как сервисы, они много отслеживают все эти воронки, ретеншены и так далее. Мы вот тогда много про это поговорили, мне кажется. То есть мы сказали почти все, что могли, скорее всего. Да. На пейд-играх, ну, как бы тут воронка очень быстро заканчивается. Хотя есть воронки, знаете, какие маркетинговые. Типа вот у тебя Twitter, потом вот у тебя сабскрайберы, ну, в смысле, по этому. Ну, очевидно, если бы у нас был интересный какой-то опыт с этим, мы бы об этом еще и там рассказали. Мы на потом интересное не откладываем. Вот. Ну, правда, мы не особо аналитикой увлекаемся. Да, Леш, у тебя как с аналитикой? Никак с аналитикой, я, по-моему, в тот раз и говорил уже, что я просто смотрю там по ачивкам, кто что получил. Мы, мне кажется, ничего даже не встраивали. В аркейде запрещено всякую такую штуку использовать, а в Steam мы ничего дополнительного и не делали. Мы знаете, что считаем в Steam? Мне кажется, мы одно число считаем в Steam, сколько раз погладили котика под лестницей. Но мы встроили эту аналитику через пару дней после релиза, поэтому зафакапили, не знаю, в первые два дня же больше всего людей гладило котика. Ну и какие KPI у вас? Поглаживание седьмого дня. Поглаживание седьмого дня. Я не знаю, это надо у программиста узнавать. Поглаживание седьмого дня — это хорошо. Это секта. Надо организовать такую, если такое еще нет. Не, ну я надеюсь, что все же знают, да, что можно встроить Google аналитику в Steam страницу, отслеживать, откуда к тебе с точки зрения маркетинга к тебе приходят люди, вот это все. Наверное, имеется в виду, что именно в игры встраивание. А расскажи, что ты смотришь в аналитике именно по Steam странице. Давай про это чуть поговорим. Ну, что мы можем оттуда узнать? Мы можем узнать регионы, мы можем узнать, сколько сейчас онлайн на странице прямо игроков, и когда проходят какие-то скидки на Steam, акции, любое промо, мы же можем понять их эффективность, и накапливаются знания. Видим, с каких ресурсов к нам больше приходят и все такое. Ну, в целом, там очень много интересной информации. Можно копаться, смотреть, и возраст в том числе. Mm-hmm. Вот, ну, Михаил, собственно, в чате спрашивает, есть ли что-то еще, кроме стримов. Ну, то есть я говорил про стримы, что с них много полезного. Да нет, ничего, стримы, видео. И то, это ведь не аналитика, это просто посмотреть, где люди там застреют или не застреют. Полезно, но не цифры. Это больше тестирование публичное. Да. Так, окей. Вопрос о тимбилдинге. Ох, Евгений, сегодня любит тебя, Михаил. Помимо приглашения команды поиграть вместе во что-нибудь, какие еще мероприятия вы проводите для укрепления духа команды? Ну, я вот... Пока что мы... Ну, мы как... У нас есть понятие «последняя пятница месяца». В это время мы играем не в... У нас есть просто пятницы. Кто может, тот играет иногда в видеоигры. А последняя пятница месяца — это какие-то совместные такие командные игры, типа своя игра, там какие-то типа онлайн-крокодила от Джекбокса, там я уже рассказывал. Сейчас вот у нас завтра будет последняя пятница месяца, мы будем... в тейбл-топ-симуляторе играть в Манчкин, например. Ну, это в основном игры. А что еще делать с разработчиками игр? Как бы обычно... Ну, не Синеку же читать, в конце концов. Было бы гораздо больше опций, если бы мы офлайн работали. Тогда там кто устраивает совместные там фильмы, смотрит. Мы когда-то там в Москве вместе там на квест ходили, например, по сталкеру там какой-то. То есть, а вы работаете онлайн сейчас, ну, в смысле, онлайн, да, сейчас во время пандемии или... Не, мы полностью все уже перешли на онлайн. И то есть ты можешь жить только... в Индии спокойно? А?
Ты можешь жить в Индии спокойно. Ну, я задумаюсь о том, чтобы просто в дом, в лес куда-нибудь уехать. А вот там уже возможен тот еще тимбилдинг. Ты не представляешь, что можно делать в лесу, в доме. Я бы сказал, что то, что называется... Игры и вино по скайпу. Ну, наверное, такого этого достаточно, чтобы уже хоть как-то команда общалась. Это действительно сильно влияет на следующую неделю после этого команды. Так, больше шуточек, больше как-то людей друг в друге видят, а не только профессионалов. Эх, вино по скайпу всегда выливается потом в вину по скайпу. Так что да. У нас уже приветы в чате появились. Да, давайте не будем открывать эту коробку с приветами. Это да, да, только. Это чревато, потому что мы будем тратить только на приветы все время, так что извините. Вопрос от Михаила номер 4. Состояние потока, прекрасный вопрос, и его сохранение при работе над объемными, требующими высокой концентрации задачами. Есть ли у вас подобная проблема, и как вы абстрагируетесь от всего для решения задачи? Вот Леша пусть ответит на это. Я опять читал чат. Сейчас, секунду. Да, вот абстрагируйся от чтения чата. От чата, да, не могу. Войди в состояние потока. Состояние потока. Никак не сохраняю, к сожалению, RadBD не могу, потому что у меня нет кабинета, я сижу возле лифта, как вы заметили уже, и многие в чате заметили. Шумно, тут люди ходят, трудно. Чтобы попасть в состояние потока, надо, чтобы ничего не отвлекало. Но художнику с этим легче, на самом деле, если серьезно, то я могу спокойно слушать книгу какую-то на фоне и рисовать, и прикольный момент, то что если книга интересная, то мне прям и работать интересно. Я заметил корреляцию такую прямую. Если слушаю что-то и прям нравится, то такой, блин, надо еще пойти порисовать, побыстрее бы, подольше посидеть. Сидишь, слушаешь, и потом такой, о, очнулся, смотришь, о, все нарисовано. Ну, и книгу послушал. Наверное, так не получится. Программировать нет, но мой программист Андрей смотрит сериалы под программирование. Не знаю, насколько это, конечно, влияет на качество его кода. Вот почему у вас отвалился там геймпад-то. Вот в чем дело было. Блин, Андрей Убер человек, конечно, себе не представляю, как можно кодить и смотреть сериал попутно. Я там не могу чай налить, пока смотрю сериал, потому что лью мимо. Ну, то есть, если сериал хороший. А так вот кодить, чтобы это прям, да, это же надо как-то... Жень, как ты в состоянии потока находишься? У меня есть совет. Вопрос в том, как настроить себя на серьезную работу и заняться прям большой объемной проблемой. Наш мозг, он ленивый. Но ему постоянно нужно, чтобы что-то интересное ему попадало в поле зрения. Если на хотя бы 10-15 минут заставить мозг скучать, он будет готов делать все, что угодно. Можно заставить его работать над самой неприятной, объемной, сложной работой, потому что он согласится на все, что угодно. Что для этого делается? Как зовут? Михаил. Садишься напротив пустой стены. Как зовут? На 10 минут. Не закрываешь глаза, смотришь на пустую стену и не двигаешься. Скучаешь. Думай о чем хочешь, скучаешь. Тебе должно быть скучно. Когда ты поймешь, что не можешь, подожди еще 2 минуты, и тогда ты будешь рад заняться всем, чем угодно в этом мире вообще. Вот такой совет. Слушай, ну прикольно же работают все вот эти софтины, которые помогают убрать все с рабочего стола, оставить только там, например, текстовый редактор или с рабочего своего стола убрать. Там к этому все равно подмешать надо личный какой-то контроль самого себя, правильно? Я пробовал всякие блокираторы сайтов отвлекающих, так я беру, через телефон залажу, там VPN включаю. Меня не приведешь, да, сказал Алексей, там взял у жены телефон, с него зашел. Все-таки заинтересованность личная должна быть сильнее. Это да, согласен.
А, ну вот мне прямо когда такая задача, которую прям мне вообще, у меня есть это приложение, которое называется Forest 3, по-моему. То есть это те помидорки, которые скрашены геймификацией. Так это выглядит, фигня. Там такое дерево, 25 секунд минут ставишь, и если ты уходишь оттуда, оно, короче, гибнет, дерево, не садится. Если ты ждешь, пока оно закончит эту помидорку, у тебя там потом такое дерево, там лес такой растет и так далее. Я не прям не то, чтобы я каждый день 8 помидорок, вот как советую, да. Но вот когда у меня прям такая штука, от которой я что-то прокрастинирую, я вот себе это ставлю, там есть шум леса в наушнике. Для меня триггер, что сейчас, типа, окей, не надо отвлекаться. И мне помогает. Ну, вот, типа, 25 минут или 2 помидорки посидеть над чем-нибудь, там, над вычеткой договора. Это прямо отлично. Так, погнали дальше. Давай я продолжу это, давай, для разнообразия. Давай. Отходит ли на второй план важность софт-скиллов членов команды на удаленке? Это не ко мне, явно. Я зачитал, да? Важность софт-скиллов, в смысле, на второй план? А, на удаленке. Нет, не отходит. Не отходит. Наоборот, на удаленке выходит на передний план. Да, да, да. Абсолютно. Тут как бы у людей все меньше коннекшена. Если есть софт-скиллы хорошо прокачанные, такой клей для вашей команды, да, такое масло для мотора вашей машины и прочие аллегории, то да, они очень важны. Следующий вопрос. Пользуетесь ли вы системами контроля версий? Если да, то как обучить художника и нового гуманитарного подкованного сотрудника работе с такой системой? Больная тема, прям, да. Мы пользуемся GitHub'ом, и художники, и в том числе я, не один и не три раза факапили билды из-за того, что что-то туда само нажалось, и я не знаю, я не нажимал. У нас, как он там, GitHub Desktop, что ли, называется, что-то вот такое. Гуманная довольно, да, GitHub Desktop. Хорошая штука, там такая красивая оболочечка, простые кнопочки, но все равно можно, конечно, что-то не туда нажать, и я не нажимал оно само. Но мне, как гуманитарному художнику, хорошо это все-таки. Ну, лучше, чем то, что у нас было до этого. Я не помню, что у нас просто консолью, что ли, мы это делали. Потому что вопрос прям реально в точку, потому что все большинство проблем с контролем версий у меня лично были именно с художниками. У них как будто иммунитет. Мы такие. Так и есть, это факт, кстати. А еще звуковики иногда бывают что-нибудь делать не то. Леша, привет тебе. Горячий привет, Леша. Но надо отдать ему должное, если он что-то там делал не то, он потом разгребал, сидел и не спал по трое суток. Согласен, Алексей. Пока не исправит все, поэтому... Пока не ломал весь репозиторий, да. Ну как, обучать художников сложно, но обучать нужно, и нужно, чтобы все пользовались системой контроля версий. Поэтому, да. Я открою вам страшную тайну. Выдать я короткий один, сценарий. Я один, кто кнопки не пользуется. Кто? Я, то есть, не пользуюсь. Да, ну, то есть, все пользуются, я вижу, то есть, я могу подключиться, но мне не нужно. Нет, зачем? Ну, то есть, ты продакшн руками не делаешь, наверное, поэтому. Ну, логично. Ну, то есть, я играю в билд, он уже сбилжен, мне для этого не нужен репозиторий. Зачем занимать место в... сказать, есть ограничения. Счастливый человек. Это да. Так, Лёш, давай дальше. Так, седьмой, да? Да. Наблюдали ли вы когда-либо профессиональное выгорание человека в своей или чужой команде? Какие существуют способы помочь такому человеку? Вопрос именно про опыт работы с выгоревшим человеком, а не с выгоревшим собой. Нет, я думаю, у меня такого опыта не было. Мы как-то потихоньку, ну просто там чуть-чуть темп сбавляем и продолжаем работать. Андрей, программист. Я бы посоветовал не работать с выгоревшим человеком и не пытаться... А если нет вариантов, если у вас там двое... Ну, просто перестать работать с выгоревшим человеком. Ну, на середине проекта.
влияет. Слушай, ты имеешь в виду, да, или на финале, когда надо билд поставить? Ну, я не знаю, месяц как. До релиза, в крайнш, нет, все, выгнать. Я думаю, имеется в виду, ну, давай такое возьмем в вакууме ситуацию, когда, во-первых, ты без этого человека не можешь, а во-вторых, уже деваться некуда и надо что-то делать. После жена у тебя, что ли, выгорела? Например, выгорела жена, да, отлично, отличный вариант. Выгорела жена, а ребенка как бы еще не родила, но он на подходе, что делать, чтобы... Видно, Леша драматические сценарии любит, да? Не, понимаешь, это как твой проект, который должен зарелизиться, а человек выгорел. Я все равно не поменяю свой ответ. Даже вот при таком подходе я все равно считаю, что... Типа, выгорела, да... дорогая, до свидания. Нет, ну мы говорим про геймдев. Вы не туда погнули. Я считаю, что даже если это происходит там в середине проекта, то вы пожалеете потом, что вы этого не сделали раньше. Я считаю, потому что этот человек, ну он же и будет влиять на других людей. С ним будет тяжело работать. Он повлияет на проект, потому что каждый человек влияет на проект. И я мой ответ все равно такой. О, нашел книжку Катерины Ленгольд про Agile Life. Люблю ее, она не так давно написана, прям буквально месяц назад, еще, наверное, печатная, даже недоступна это. А там есть 4 состояния человека. Это прям матчасть. Я могу, ну, наверное, не имею права скриншоты из книг прям куда-то выкладывать, но прочитать могу. В общем, там первая стадия — это эффективность, типа бодрость, оптимизм, эмпатия. Вторая — выживание, агрессия, тревога, конфронтация. Это вот когда мы кранчим. Третья — это выгорание, там уже это состояние зомби, там упадок сил, отсутствие мотивации, чувство безысходности. И четвертое — восстановление. Короче, грамотно у тебя протекает пересечение между первой и четвертой зонами. Она по кругу вот такая спиралька. Типа ты из эффективности в восстановлении, из эффективности в восстановлении. Иногда надо покранчить. То есть иногда ты в зону выживания уходишь, такой типа эффективность, выживание, кранчим, кранчим, восстановление. Кстати, если идет речь о таких вещах после кранча, то там, конечно, есть довольно долгий период, когда... У людей люди отходят от этого, и кажется, что человек выгорел вообще. Ну да, вот, смысл в том, чтобы не допускать выгорания, сваливания, а оставаться, ну вот, эффективность, кратковременное выживание и восстановление. Тогда все очень эффективно летит. Там надо просто почитать книжку, очень рекомендую. Там есть симптомы того, когда начинается, в том числе у людей, начинается близко, вот когда уже кранч, близко к выгоранию. Ой, надо раньше просто отдавать отдыхать, потому что иначе никак. Отдых, ну, тут единственное лекарство. Просто надо поймать вовремя вот этот момент. Кстати, хватание за разные-разные проекты — это один из симптомов того, что человек на самом деле очень устал. Там такая гиперактивность начинается, и лучше вот не хвататься, а лучше дать отдохнуть. Выгорание — это реальность. Короче, седьмой пункт. Седьмой вопрос. Давай. Наблюдали вы когда-нибудь профессиональное выгорание человека? Нет, восьмой надо. Вот, главное не выгорать. Как вы тестируете свои игры? Есть ли у вас ответственность за тестирование человек? Евгений, как ты тестируешь свои игры? Хороший вопрос. У нас нету тестеров своих. Это как-то грустный до этого. Ой. Да. Ну, у нас есть человек, который тестирует все билды, один из сотрудников. Но мне кажется, что со временем он стал уже таким человеком, который слишком хорошо играет и хорошо обходит все моменты. А налаженного такого QA у нас нет. Мы никогда не учились это делать, потому что всегда с издателями работали. И это, наверное, больше к тебе, Лёша, вопрос. Как ты тестировал? Лёша? Мы теряем связь. Твоя магия не сработала, Жень. Не сработала? К какому как? Ты обращался, Лёша? Я же на тебя смотрю. А, да? Ну тут, знаешь, все как-то перемешано. Так, ну как мы тестировали? У нас сейчас очень помогает тестировать издатель. То есть у нас прям QA такой... Нет, ну а до этого с издателем понятно, как тестировать. Внутри команды. Внутри команды. То есть просто накидываемся просто все.
И иногда помогает еще друзьям отправить, потестировать, потому что... Mm. Ну, то есть мы вот с Train Valley 2 делали, так, альфа-тесты мы устраивали с игроками живыми, брали из нашей базы имейлов 100 адресов, отправляли им ключи, они заходили, собственно, тестировали в бета-тест режиме на Steam, смотрели. Очень много таким образом отловили, очень много всякой ерунды. И это потому, что реальные игроки, это хорошо работало. И были те, кто нам прям вот из этих там 100, типа, открыл игру там 30, из них что-то нам написал. Ну, может, открыло 50, что-то нам написало 30, из этих 30 было там 3, которые нам написали 80% багов. Ну, вот так-то. Да, у нас тоже была примерно такая же ситуация. Мы постили билд в ВК, но в основном тестирую я, и меня это так достало, я не могу, я наиграл 1000 часов в этот Inmost, это уже все. На следующем проекте обязательно, я думаю, мы заведем человека хотя бы на парт-тайм, который будет только тестами заниматься в какой-то определенный момент, потому что издатель, да, помогал очень сильно, но я недоволен результатами QA, даже дорогие конторы нанимали, которые стоят там по, не знаю, один день работы пару тысяч евро, даже они не очень хорошо работают, ну, по крайней мере, на коротких дистанциях. Ну, естественно, проще нанять человека, не знаю, за те же деньги, только он в месяц будет сидеть играть, а не один день. Выгоднее, удобнее и лучший результат, потому что все равно лучший тестер — это тот, кто играет в игру уже не первый раз. Есть, конечно, проблема, что начинаешь неосознанно избегать багов, и все равно свежий взгляд нужен. Но даже учитывая это, все равно я нахожу больше багов, чем любой QA. Прекрасно. Тебя надо звать тестировать. Зовите меня, да. Леша, а что с микрофоном стало? Извини, у тебя какой-то он, может, ты далеко отодвинулся? Ну. Плохо слышно. Вот, так лучше. Окей. Да, я все дальше и дальше от вас уезжаю. Да, неосознанно игнорируешь баги. От них даже разговоры от них отстраняешься, короче. Так. Пытались ли когда-нибудь захантить члена вашей команды? Либо вопрос более широкий. Какая у вас политика в командах относительно того, что во внерабочее время сотрудник может работать где-либо еще над каким-то своим проектом? Ну, что вы думаете на этот счет? Ну, опять же, это не ко мне, потому что у меня команда маленькая. Но периодически пишут, что мне, что программисту пойдем работать. Хантят, да. Не уходим пока. Держимся. Молодцы. У нас не было такого. Ну, по крайней мере, я об этом не знаю. Ну, или у нас, может, хантят, но просто ребят не говорят, не знаю. Ну, у нас... У нас есть обратная ситуация, что у нас есть люди, которые парт-таймово работают, и они работают в более крупных компаниях, и на нас тратят свои вечера. То есть есть пара человек таких. Да, получается, мы те злые со стороны. А какая политика относительно других проектов? Ну, то есть, если человек на фулл-тайм работает, чтобы он делал что-то другое. Да, да, вот твой сотрудник. А как ты запретишь это? Ну, то есть, запрещать человеку. Мне кажется, ну, они что-то, может быть, делают, даже какие-то хобби-проекты. Пускай они развиваются за счет этого. То есть, если люди участвуют в чем-то другом, нет, в каких-то, если в какой-то серьезный проект с другой командой, они попадут, и там будет вопрос, типа, спор времени с нашим проектом. Там, конечно, такое невозможно. А так, ну, что-то как хобби свои проекты делают, забавно. Пускай развиваются. Интересно. Ну да, если конфликта интересов нет, то это же прекрасно. Да. То есть, может быть, лучше и свой pet project пилить, чем, как бы, ну, пить пиво и деградировать. Извините, я ничего не имею против людей, которые пьют пиво. Пользуетесь ли вы... Ну, Леша, это к тебе вопрос. ...линзами геймдизайна и иными методиками проверки идеи игры фичи перед началом продакшена? Прекрасный вопрос.
линзы геймдизайна. Ну да, ну может быть не так формализовано, как я делал это в подкасте «Вечерком с кефирчиком», но как бы вполне, да, неосознанно ты на них иногда смотришь так и сяк. Проект. Ну, вообще, препродакшн — это возможность посмотреть с разных точек зрения на то, что ты делаешь, и показать разным людям, а они смотрят на это по-разному, и попробовать разное. То есть вот тест, который оформлен как эксперимент, несколько формализован, например, у вас в Task Tracker, да, попробовать такой стиль, попробовать такой, такой. Еще прикольнее, я вам так скажу, когда это не просто в вашей голове происходит, а это происходит в рабочем процессе, и от этого артефакты остаются. Такой скриншот, ну что вот сейчас мы подходим ближе к SMM, и у нас куча там вот наших экспериментов с таймлоудера осталось. И мы выгрузили издателя, он такой, о, клево, и столько всего, обычно такого нет, типа вы молодцы, это все пойдет в дело, пойдет на промоушен. И это клево, да, то есть надо меньше, наверное, думать, больше пробовать руками делать, все это сохранять, пригодится потом точно, если проект выстрелит, так тем более. Надеюсь, я... Давайте не будем читать вторую часть сообщения от Михаила. Там уже такое более размышления, чем прямые вопросы. Там уже прям письмо, да. Михаил, мы оставим это для личного чтения. Тебе большое спасибо за такое прекрасное письмо и за Если прямо будет что ответить интересное, твой e-mail у нас остался, может быть, ответим. Но там, правда, очень много. Михаил. Вот, следующий вопрос как бы задает нам Васян в продолжение как раз вопроса Михаила. Что с кефирчиком? Почему больше нет линз Шелла? Я очень удивлен, что кто-то реально про них помнит. Значит, я помню, мне не хватает. Значит, линз. Любили. Вот они, родненькие, вот они, линзы Джесси Шелла. Все лежат. Давайте с вами интерактивно попробуем. Так, Женя, смахни. Давай. Карты пошли. Вот так. Оп, молодец. Так. Смотрим, что там. Линза номер 15. Линза игрушки. Мне кажется, я ее читал когда-то. Чтобы использовать эту линзу, прекратите думать о своей игре. Насколько она fun to play, да? И мне просто сложно, как всегда, мне сложно переводить в режим реального. Если начните думать, самолеты не летают вокруг. Да. И начните думать о ней как об игрушке, с которой приятно играть. То есть не игру, в которой приятно играть, а игрушка, с которой приятно играть. Спросите себя следующие вопросы. Есть ли в моей игре цель и будет ли интересно ее достигать? Если нет, как я могу это поменять? If my game had no goal. Да. Если, является она немножко песочницей или вот там что-то такое очень детерминированное. Кстати, игры с сюжетом, вот которые это, они же обратная сторона, да, это больше книжный опыт, по которому ты игрока ведешь. А вот игра с песочницей — это как раз вот что-то эмерджентное, что-то иммерсивное, фановое, где возникает нарратив сам по себе. Просто из кубиков. Они вот так кинулись, и такой, вау, тут предательство, интрига и в общем, да, вот это вот все. Второй вопрос такой. Когда люди видят мою игру, хотят ли они начать взаимодействовать с ней, даже до того, как они узнают, что в ней делать. Если нет, как можно это изменить? Ну, то есть как раз речь про то, что ваша игра должна выглядеть как что-то, с чем хочется повзаимодействовать, да, вот что-то такое, как игрушечка, без цели, без... Джесси Шелл крутой, Джесси Шелл замечательный, конечно. Вот она, игрушка. Хочется повзаимодействовать с этой игрушкой? Мне нравится покерфейс Алексея при этом. Прекрасно. Пролетание в реальном времени, да? Чего-то. Что-то пролетело. Давай, Жень, следующий вопрос зачитай. Вы кто, падальщики? Елена спрашивает, вы кто, падальщики, хищники или травоядные? Вечером, в среду, после обеда, сон для усталых взрослых людей. Лови кость, Евгений, ты кто? Ты ягуар или ты слон Михаил? Да, очень это было забавно, конечно. Ну вот не знаю, как отвечать на этот вопрос, ребят.
Да, давай, кровоядная. Следующий. Давай, Жень, дальше читай. С какой должности вы посоветуете... Егор задает вопрос. С какой должности вы посоветуете начать путь в игровую индустрию? Сейчас я изучаю литературу про геймдизайн и работаю над небольшими мобильными играми для портфолио, но понимаю, что без опыта работы над проектами в компаниях меня никто сразу не возьмет геймдизайнером в свою компанию. Поэтому хотелось бы узнать о более доступных вакансиях, с которых стоит начать свою карьеру. Простите за скучный вопрос, который не раз уже задавали. Просто каждый раз на него отвечают по-разному. И большое спасибо за подкаст Еху. Там не было Еху, я добавил сам. Вот. Добавил огонька. Вы дизайнеры, отвечаете. Отвечает Александр Друсть. Давай, Леша, ты отвечай. Ты Друсть. Спасибо. С какой должности вы посоветуете начать? Блин, ребята, ну я не знаю, это либо QA, либо как бы джуны. То есть могут и программисты развиться, и художники. Мне кажется, главное любить игры, а дорога найдется. Что-то. Вы понимаете, как бы сложно планировать эти вещи. Мне кажется, тут надо быть более гибким, больше смотреть на рынок. Сейчас бывает, что возникает вакансия, о которой ты вообще не думал. Вот ты трешься где-то рядом с компанией. Мы еще говорим-то, скорее всего, про рынок СНГ, где ты думаешь об одних играх, а делаются-то в СНГ другие игры. И где можно... Ведьмак? Где Киберпанк? Да можно в мобильные компании, насколько я понимаю, можно... с отсутствием опыта устроиться там тем, что называется в мобильных играх левел-дизайнером или джуниор-гейм-дизайнером. Потому что в мобильных играх даже составление уровней в матч 3 — это левел-дизайн. Типа, и это прямо делают очень малоквалифицированные, насколько я понимаю, люди. Ну, табличный геймдизайн, он такой, там все по формулам, тебе особо думать не надо. Ну, а с другой стороны, ничего в этом плохого нету, вы же попадете в компанию, увидите, познакомитесь с людьми, которые все-таки делают игры. И в любом случае, главное попасть в компанию на какую-то должность. Вот. Да, да. Есть такие пути. Но, скорее всего, это мобильные компании, если честно это говорить. Спрашиваю тут, у Кефирчика-то как дела? Забыл сказать. Да, у Кефирчика все хорошо. Я бы его даже показал, но он у меня запер в другой комнате, чтобы не мешал. Так что, да, извините. У него свой все подкаст. Все прекрасно. Да-да-да. Он на своем стриме. В общем, да, с позициями, как можно попасть в игровую индустрию, мне кажется, несколько затертый такой вопрос. В общем, надо стремиться, и все будет. Доброе утро. Доброе утро. Задает нам вопрос ГН. Я думаю, опять господин начальник, что ли? Что это за ГН? Доброе. Как раскручивается в Твиттере? Как раскрутиться в Твиттере в плане геймдева? Что лучше, твиты скринов или гифок? Имеет ли смысл подписываться на всех подряд, лайкать или ретвитить? Что еще можно сделать? Надо вот было у Эльфина спросить про это дело. Там несколько вопросов, давай по очереди. Давай. У меня был недавно интересный опыт, я тизерил свой следующий проект, так немножечко я старался максимально абстрагироваться от него, чтобы от него, потому что я хотел провернуть примерно ту же штуку, что с Инмостом, то есть я напоминаю, я запустил гифку, на нее там все начали лайкать, ретвитить ее, и мне даже написал издатель на ту гифку Инмоста. Я сделал в Твиттере пустой аккаунт, абсолютно не связанный с собой никак, и сделал пару артов фейковых, опять совершенно, каюсь, да. Вот немножко в сторону отойду насчет, что лучше, скрины или гифки. Определенно гифки, но у Твиттера такой отвратительный алгоритм сжатия, что, мне кажется, вот чистые гифки, которые очень сильно ограниченные по цветам, он оставляет нормально, как гифку, и тем более, если они мало места занимают. Но в моем случае у меня там много эффектов переливается, всяких там полупрозрачностей. И Twitter это конвертирует в видео. А так как это пиксель-арт, то получается отвратительнейшая мешанина.
Поэтому гифки лучше, но смотрите, чтобы это все-таки на гифках именно в Твиттере работало, ну, красиво оставалось выглядящим. Поэтому я запостил и скрины, и фейковые свои, и гифочку в одном посте, вот с абсолютно пустым аккаунтом. И набрал там что-то типа 200 лайков, вот никого, ни на кого не подписываясь, никого не ретвитя. Только поставил теги. Теги PixelArt, GameDev, скриншот Saturday. И новый тег там появился, который все тот же тег PixelArt, но на корейском, мне кажется. Все пикселяртисты сейчас его используют, потому что, видимо, там, очевидно, большая аудитория. И вот этот именно корейская вариация тега, она привлекает дополнительных людей. И что бы вы думали, мне опять же написал издатель на этот скриншот. Но другой, ну, я знаю, как бы, что это за издатель. Ну, то есть я им ответил, естественно, еще там слишком рано. Но они написали просто, чем мы можем помочь, если вам нужна какая-нибудь помощь. Ну, классно. В общем, proof of concept состоялся. И мое мнение такое, что подписываться, ретвитить и лайкать не надо никого, надо грамотно пользоваться тегами, потому что в Твиттере очень часто происходят какие-то движухи, типа там артист против арта, где ты там постишь свою фотку и там какие-нибудь свои изображения, или было-стало, или вот что-то такое. В общем, за этим надо следить. Они очень хорошо расходятся, очень много видимости у таких штук, если вы постите что-то красивое, интересное. Вот, поэтому в Твиттере теги наше все. Такой ответ. Следующий вопрос тоже тебе, Лёш. Как бы в продолжение этого, да? Ну извините, мы вот тут продолжим вот этот вопрос, он немножко больше консюмерский, да, такой. Еще. Xbox Series X или PlayStation 5? Это Блиц, пожалуйста, Алексей, отвечай. Оба. Series X или плойка? Оба возьмешь. А что, если Xbox Series X купить на старте? На старте не знаю. Ну, на старте как раз Xbox это хорошо, потому что Game Pass, потому что куча игр. PlayStation сомнительно, PlayStation вот через пару лет будет отлично. Да, да, да. Вот ради дисков, эксклюзивов за 5, не за 5-6к, как на старте. И в большем количестве. Ну, звучит как план. Если готовы подождать 2 года, то почему бы и нет. Мне тоже больше Xbox как-то из нового поколения приглядывается. Прям вот думаю, что может быть и можно. Потому что Game Pass, камон, он вообще отличная штука такая. Надо брать, надо переходить вообще на игры чисто с Game Pass. Я просто смотрю, сколько я купил на Steam себе игр, которые уже есть в Game Pass, сколько я денег туда потратил. И все так же играю в Minecraft, сижу. Может, вообще ничего не покупать. Всего. Ни Xbox, ни подписку. А играть в Minecraft просто и все. Иногда хочется. Поэтому Game Pass, вот да, я сильно хочу на него перейти. Окей. Жень, давай следующий вопрос зачитай, а Леша опять ответит. Я тут с фильтром залез. Я вижу. 36-я линеечка. Привет. Вы говорили, что в свою игру нужно завлекать крутыми гифками. А что, если игра почти не генерит зрелищного контента для гифок? То как быть? Какие еще способы привлечь народ в свою игру? Леша. Интересно. А не бил бы, как сказал бы, что если ваша игра не генерит гифок, напишите нам питчи. Не, интересный вопрос. Но мне кажется, если она не генерит гифки, то она генерит, может быть, ситуации какие-то интересные или какой-то игровой экспириенс, который визуально все равно передать можно. Но люди так устроены, что, по крайней мере, в соцсетях они потребляют глазами. Читать лень, гифку ты глянул, отлично, картинку посмотрел, тоже прекрасно. Может быть, мемчики какие-нибудь, может быть, что-то такое, потому что есть прекрасная игрушка, ой, как же она называется, я не вспомню. В общем, там нейросеть генерирует истории. И ты про все абсолютно. О, да, да. Ты пишешь там ей что-то буквально, она тебя там... Ну, это как
сессия в Dungeons and Dragons, например, где у тебя ведущая нейросеть, и она всякую чушь несет, всякий бред. AI Dungeon называется. Вот, да, вот, отличная штука. И она же распространяется за счет мемасиков, за счет каких-то, я не знаю, артов по этой всей дичи, которую она генерирует. Поэтому вот отличный образ распространения. То есть стоит подумать, как перевести все-таки в это... в аудиовизуальную сторону то, что ваша игра делает, потому что потребляем мы все равно в первую очередь глазками, а потом уже мозгами. Ну и вообще игры, они визуальное искусство, по большому счету, если это можно назвать искусством, да, это медиа визуальное, поэтому как бы оно интерактивно, но визуально. Так что не стоит, наверное, игнорировать, да. Ну, бывает, окей, бывают совсем там нишевые текстовые, но так может быть добавить визуальную составляющую, сделать более привлекательной такую игру. О, да, тут у нас интересный вопрос, зачитает его следующий, Леша. Следующий вопрос, да, который задает некий Алексей Т. Назовите топ-1 игру, которая в конце вас заставляет плакать. Но это подстава, это уже второй раз с нами происходит такое. Да, да, да. Сергей, привет, если это ты, здравствуй, дорогой. Назовите топ-1 игру, которая вас заставляет плакать. Когда, давай перефразирую вопрос, когда ты последний раз плакал, когда играл в видеоигру? То есть я должен не... ответить? Да. Я плакал над Инмостом, серьезно. Но это понятно, это как бы в другую, не свою игру. Женя умер от моего ответа, настолько это было. Там же и был вопрос про это, ты должен был что-то другое сказать. Ты должен был сказать, что ты плакал, когда играл в Skyhill, потому что не мог сохранить игру. Вот это. Да, например. А вы когда плакали, над чем? Слушай, я вообще любитель поплакать, когда вот, ну то есть я там на фильмах бывает, расчувствуюсь, это нормально для меня. И я, когда играл в Ведьмака, вы помните, в конце он подмигивает, в конце DLC, когда проходит такой, типа... В конце... Я это... не допрошел, мне вот осталось там полчасика. Блин, это очень клевый момент. Не то, ну, то есть, это сильно, это здорово. Я, когда играл в Metal Gear Solid, чуть ли там не первый, блин, вы помните там вот эти моменты, когда снайпер... Ой, что ты, это же такая трогательная. Кодзима, гад, берет за душу постоянно. Ну, то есть, вот, да, пожалуйста, такие примеры легко вспомнить. Ты вот, когда To The Moon играл, что ты, не плакал, что ли? Ну, я давно играл в To The Moon, да, я плакал, конечно. Более того, я не помню, рассказывал или нет, наверное, да. Посадил жену играть в To The Moon, типа, давай, смотри, какая игра. И сижу, смотрю на нее, такой, ну, давай. Давай. Она не заплакала, я с ней весь вечер не разговаривал. Все, вот угорел как-то, выгорело. Так люди и разводятся, да-да. Да-да-да, тут ему опасная вещь, да. Женя, давай следующий вопрос. Я такого не испытывал, я не плакал. Ты никогда не плакал в играх? Я думаю, что не настолько от игр я впечатлителен. Когда фильмы смотрел, бывало. От игр не припомню. Ну, вот это. Умница Уилл Хантинг сейчас какой-нибудь там вспомнится. Давай следующий вопрос. Как вам удается держаться между проектами с финансовой точки зрения? Доходы с предыдущих проектов, новые вливания паблишеров, какие-то другие секреты? Бывает ли желание попрощаться с геймдевом? И если да, то как с ним боретесь? С геймдевом тогда. Как с ним боретесь, чтобы с ним попрощаться? Окей. Кто ответит-то? Как он дает сдержаться? Ну, давайте опять я. У меня история достаточно короткая на междупроекте, потому что у нас все время была ситуация, когда мы делали маленькие проектики, и между ними зазора не было никакого. Иногда даже наоборот, одновременно там где-то в пересечениях ты начинаешь делать следующий проект, не закончив предыдущий, потому что сроки уже горят, только начиная работать над этим проектом, потому что сроки были короткие. Пару месяцев отгрузил. Поэтому такого вопроса в принципе не было, что там между проектов делать. А с большими проектами, ну, что хорошо со Steam, то что даже с не самым там крутым проектом, не самым крутым стартом, обычно у тебя хвост большой, долгий.
и все равно он позволяет там хоть как-то существовать. А на новый проект, ну, тебе же не надо для того, чтобы начать новый проект, иметь сразу там бюджет на весь проект, потому что сначала у тебя там препродакшн, походить подумать одному там, это не стоит дорого, в общем-то. А потом, когда появляются уже конкретные бюджеты, конкретные задачи, это уже другой вопрос, да, уже начинается проект целый, и тут вопрос, где брать деньги. А между проектами, ну, типа, сильно много денег не надо. Кэшфлоу хватает. Но это, видишь, если еще команды большой нет. Когда начинается большая команда, ты на команду тратишь значительно больше, чем на себя лично. Ну, и да, возникают уже вопросы. То есть у тебя, например, если сотни человек, это прям огромная беда, ну, проблема, там надо постоянно заполнять это. А если у тебя, ну, там в районе десятка, то это все равно уже тебя постоянно давит. У тебя не может быть такого, что эта студия не работает. Она, ну, должна работать. Тогда что? Тогда приходится уменьшать студию, если у тебя на студию не хватает. У нас была договоренность или с создателем, что... настраивать процессы. Да, что у нас после старта продаж у нас еще закладывалось в бюджет на разработку еще там пара месяцев на посуществовать, собственно, пока там начнется эта вся история с деньгами, пока там что-то придет, не придет, отобьемся, не отобьемся. Вот. А да, если бы денег не хватило, пришлось бы как-то перестраиваться, что-то думать. Ну вот как бы ты, когда уже у тебя есть сзади несколько больших выпущенных проектов, типа там не мобиль, ну скажем так, успешных выпущенных, да, то в целом у тебя есть некий уже пассивный доход ежемесячно, который тебе помогает, ну, спокойнее к таким вещам относиться. Так, поехали дальше, да. Доходы с предыдущих, да, все понятно. Павел, 33 годика, спрашиваю. Расскажите про теневые способы раскрутки игр. Например, покупка ревью в Стиме. Реально ли, ловят ли? Сами-то вы, понятно, что нет. Но, может, друг брата, друга что-то рассказывал? Как вы относитесь к этому? Это вопрос, может быть, Дагестан Технологи надо перенаправить. Я вот, честно говоря... Я вообще не знаю, Павел. Как это работает. Я отношусь к этому негативно. Вот так вот я к этому отношусь. Ну, то есть, реально, у Стима нет срока давности наказывать за такие штуки. Они могут пост по факту обнаружить что-то такое какими-то своими алгоритмами. Доведут нейросетевую что-нибудь, и оно там скажет, что, чувак, ты-то прикупил там себе 50 ревью, а, может, с тех пор ты уже стал значительно как бы более успешным, профессиональным и так далее, но вот из-за этого всего бац, и твоих игр на Стиме нет. Не советовал бы с таким играться, если есть желание, ну, как бы строить, да, студию свою в этой индустрии, основатель. Что вы думаете? Я вот ничего, пока, ничего не знаю. Пока ты рассказывал про это, я зашел в ВК, в группу, и открыл сообщение от некого человека, который предлагает следующее. Добрый день, у меня есть два эффективных предложения по сотрудничеству, которые помогут в развитии ваших Steam-игр. И там увеличение количества людей в списках желаемое, количество людей, подписавшихся на обновление игры, на ваши социальные сети, YouTube, Discord и так далее. Предприимчивые люди всегда находятся, ни за что бы я не посоветовал этим пользоваться. Они вот ходят, всем пишут. И, не знаю, раз в год примерно мне такие разного рода странности сообщения приходят. Короче, предыдущий вопрос про кэшфлоу, я так его перефразирую, он был связан именно с тем, то есть он у вас будет между проектами, скорее всего, ну, на первом, может, на второй, на третий, на четвертый, он точно будет, если вы будете играть в стратегическую игру, а не в тактическую. Я один раз я повелся на письмо там,
лет 6 назад, которые мне раскрутить предлагали сайт, знаешь, вот это SEO-оптимизация чего-то там, ох, вот эти сотни. Такое, а может, правда увеличить? Да, ну как бы да. Знаете, что Google сделал после того, как мне SEO-оптимизировали мой сайт? У меня рейтинг упал, вот. То есть, как бы, у меня он реально в выдаче, он, типа, был, у меня балансировал в первой десятке по запросу вот Railway Valley сайт. И он у меня реально улетел там, типа, за первый десяток после этого всего. И я такой, так, понятно, спасибо, больше не надо. Это было, блин, прямо больно. Да-да. Так что, ребят, если играете в долгую стратегическую игру, а если вы хотите, чтобы между проектами кэшфлоу был, то именно так и надо играть, то не гонитесь за, так сказать, бесплатным сыром. Фух, так, последних два вопроса остается, друзья, мы почти у цели, соберемся. Поймал себя на мысли, что не знаю происхождения слова флазм, догадываюсь, что есть в нем корни от старого доброго флешика, но интересно было бы услышать, как появилось это слово и стало ником. Как-то раз я ждал с тетрадочкой, пока освободится моя будущая жена, какого-то мероприятия, сидел в машине, делать было нечего. И за 30 минут путем накидывания разных букв, слов, я образовал слово флазм. Важно было, чтобы оно было... Да, это было связано с флешом. Фла — это разрешение файла во флеше исходника. Да, важно было, чтобы... Да. Важно было, чтобы это было уникальное, не длинное название, чтобы домен был свободен. Это, в общем-то, должен был быть портал, студия. И, в общем, с тех пор флазм остался флазмом. 5 букв. Уникально. Мне нравится, как слышится. И я большой любитель дать себе имя самому. Так что флазм, да, это прекрасно. Поехали подальше. Последний вопрос от Андрюхи. Кто зачитает? Если это живые, это даже в флеш. Есть ли живые аналогии FGL, только не для флеша, а мобилок или игр для ПК? Если есть, то что можете о них рассказать? Леша, наверное, ты, опять же, должен про это что-нибудь знать. Живые аналогии FGL. Так, на HTML5 сейчас есть две крупные системы дистрибуции. Flash, нет, не Flash, как бы Game Distribution называется, это компания Azerion. Есть... по-моему, Crazy Games. Нам надо позвать, короче, Костю Матрончика, который расскажет нам, как там поживает сейчас все вот это дело. Да, то есть есть, как бы, флеша нет, есть HTML5, и для него как бы рынок вполне себе живой, на нем можно работать, очевидно, и там нет аукциона. Но что интересно, что почти все паблишеры, как я понимаю, сейчас готовы репшару давать разработчикам. И в том числе какие-то бюджетные разработки. Ну, то есть, как бы тут надо смотреть конкретное предложение. Но жизнь в HTML5 есть. Вполне себе вход, кстати, для небольших команд разработчиков попробовать. Потому что на рынке можно пробовать механики. Это не гиперкэжуал. То есть тут, в принципе, вполне себе компьютерная у тебя мышь, клавиатура, человек сидит перед компом, да, играя в HTML5. Ну и мобильная тоже. Короче, хороший рынок для вхождения, жизнь есть, можно пробовать. Ну что, друзья, мы молодцы. Поздравляю всех, кто досидел до текущего момента. Спасибо вам за то, ну, что вы... До сих пор 38 человек с нами сидит. 38 наших любимых людей. Мы не рады, так уж и много 37, один ушел. Не так уж и много мы растеряли людей. Спасибо вам, последний ушел. Да, супер, супер. Мы очень рады, что получилось сделать вот такой вот стрим. Мы еще повангуем, не убегайте, пожалуйста. Да, да, нам же надо результаты объявить, на что мы ванговали в прошлый раз. О, да. А помнит кто-нибудь? Никто не отменит. Сейчас такой посмотрим, осталось 5 человек. Ну, конечно, помнят. Сейчас я скажу, на что мы вот сейчас мы увидим, кстати, насколько эта рубрика вообще интересна людям. 37, 36, 35. Это температура или что? Мы ванговали на игру Зельтер, которая делает, вернее, издает тоже Суперком. И, к сожалению, там случилось страшное с этой игрой. Она свалилась в микс рейтинг.
несмотря на свою красивую графику. Вот сейчас на 53%, а на старте она была чуть ли не 27%, я помню. И поэтому вот как она стартанула на 886 ЦЦУ, так она и осталась на этой отметке. Блин, очень жаль, потому что игра клево выглядит. Жаль, что она казалась такой недоработанной, сыроватой. Поэтому... Я купил, поиграл в нее буквально... полчасика, наверное, словил critical bug и все, и закрыл до лучших времен. У меня пропал. Вот я оставил негативный отзыв. Не, я подожду, а вдруг. Мне, кстати, не понравилось, как вот там перемещается персонаж очень сильно, он как-то очень дергается, там весь пиксель-арт крутится, и меня укачивает, я не знаю, первый раз, наверное, такое со мной в пиксельной игре, чтобы меня укачивало. Вот что-то там не так. Ну, подождем, может, станет лучше. То есть ты плакал по другой причине? Там, вот, я плакал, да. Над тазиком, знаешь. Во ржи. Значит, я ставил 1250 на эту игру, 886 она набрала. Какие у нас были оценки? Вспоминайте. Я ставил 1200. Я ставил дофига, как обычно. И я скажу, что если бы у нее хороший был рейтинг, то это было бы вполне возможно. Да. Ну, мне тоже кажется, что она просто недоперформила из-за низкого рейтинга. Да, если уж она с таким низким рейтингом неплохо стартанула. Давайте посмотрим, кто у нас из зрителей угадал, из слушателей, и зрителей. Где у нас эта форма посмотреть на результаты? Жень, глянешь? Она ее Леша создавал. Прекрасно. Что такое, вы перекидываете друг на друга? Ладно, давайте там анекдоты пока рассказывайте, пока мы ищем эту форму. Стихотворение, да? Заходит мужик в бар. Я дочке сейчас читаю детские книжки перед этим. Я с удивлением обнаружил, что я знаю несколько стихотворений из детских книжек наизусть. Она закрывает у меня книжку, я читаю дальше. Он такой, типа, как ты эту магию делаешь? Книжка закрыта, как ты читаешь? В той зеленой комнате, в теплой сонной комнате, был воздушный шарик, летучий, новый, и две картины. Одна с коровой, другая с медвежатами сонными, мохнатыми. Я ищу, простите меня. Алексей, сейчас все уснут. Кто не ушел, те уснут. Я нашел. Да, ура. Давай. Но у меня нет доступа в таблицу. Ты как в том анекдоте. Здравствуйте, извините, что вас отвлекаю, но Жень, ваш муж упал из окна. Там, говорит, снизу было сено. Я кинул в телеграм. На сене были вилы, но он на вилы не попал. Фух, ну и на сено. Леша, тебя понесло. Я уже потерял нить, тебя куда понесло вообще? Напомните, сколько у нас было там... Спросили анекдот, я рассказываю. Что? Сколько ЦЦУ, скажите? 886. У нас человек написал 884. Серьезно? Шайтанама. Зовут его Ильдус. Я не знаю, имя это или никнейм, но мы вас поздравляем. Это Ильдус очень... какой хочет ключик? Ключик на Inmost. Я ему обязательно напишу и пришлю. Давай, Ильдус, и не жалуйся потом, мы тебя предупреждали. Ильдус пошел. Самое четкое попадание, между прочим, вообще, за всю историю. Да. 884. Согласен. Может быть, Ильдус замешан в, так сказать, продвижении игры. Знаешь, такой, типа, чуваки, слишком много, рубим рейтинг, баги. В общем, такое вот. Инмаст сам себя не выиграет. Согласен. На этой неделе мы вангуем на что? И мы вангуем на игру, которая называется Sector's Edge. Выходит она завтра, 30 октября 2020 года. Это шутер от разработчиков, который называется Vercidium или Verkidium и Rocket Skeleton. Но Verkidium, наверное, издатель. Тоже ссылочку, пожалуйста. Давай, это скинем. Надо, можно в чат кинуть. Давайте в чат. У нас разрешены сразу. Ссылки вообще в чате? А я не знаю. Сейчас кто попробую, не баньте только. Я сейчас. Может быть это, может если кинет Леша как этот. Сейчас так. Опа и забанил Google всю трансляцию. Так, что у нас там?
Дальше. Да, эта игра, короче, такая, что-то среднее между Майнкрафтом, на первый взгляд, ну, по стилистике, и Суперхот. То есть она такой шутан полигональный, все разлетается на какие-то вот полигоны, шейпы, квадратики. Выглядит неплохо, выходит в ранний доступ. Про издателя и разработчика мы что еще знаем? Они у нас засветились пока только этим проектом оба. И вроде как понять, в чем они хороши, еще не очень. В Дискорде у них 4 с чем-то тысячи человек. Ну, людей, которые ждут, как бы, сколько там у них? 2-300, что ли, было фолловеров? Да, 2-300 фолловеров сейчас, но оно сильно скакануло за последние пару дней. Ну, как обычно это бывает. Элиза, с 1500, поэтому, ну, не так, чтобы много виш-листов. Да, но визуально выглядит она достаточно интересно. То есть, мне кажется, она может стригерить как любителей полигонального вот этого копания земли такого, да, так и людей с Суперхота. Ну и вообще, шутаны, они как бы в последнее время какую-то нишу свою новую выбирают. Вот такие, как бы такие не бюджетные шутеры, да, скажем так. Mm-hmm. Похоже есть на, если что-то. Честно, похоже на мобильный шутер, мне кажется, в последнее время такие на телефонах популярны становятся. Она интересна, мультиплеер или фри-ту-плей? Да, там... О, она фри-ту-плей. Чуваки, ну, то... мы... А давайте, ну, да что, какая разница? Умножь на... Какой будет ЦЦУ фри-ту-плей, да? Да, ну то есть, это фри-ту-плей, это фри-ту-плей. Да нет, да... Ну окей, не, ну, да, мы скорректируем. Ладно, будет эксперимент. Будет эксперимент. Но, кстати, у таких игр же достаточно большая аудитория, и есть там бесплатный Ace of Spades, насколько я помню. Ace of Spades, ну это, собственно, Майнкрафт, в котором пострелять, куча людей в него раньше, по крайней мере, играла, и, может быть, вот они хотя бы зацепятся взглядом за эту игру, но, честно говоря, мне не очень нравится, как она выглядит визуально, она выглядит не консистентно как-то, то есть модельки одни, там мир другой, и выглядит, ну, так... недорого, скажем так, мягко. Поэтому я не думаю, что люди будут что-то активное делать по маркетингу, но, как знать, посмотрим. Да, интересно, интересно, посмотрим. Тем более, что free-to-play, там порядки цифр совсем другие, но глянем. Ну, в общем, и проект нестандартный, и это нестандартный. Да. Окей. 28 ЦЦУ пишет нам в чате, скриншотте. И неплохо, неплохо. Я близок к этому. У нас очень это, да. Окей, я наверное, сейчас перещедрил. Сейчас я напишу. Что можно считать успешным? Да, друзья, спасибо огромное за то, что были эти 40 выпусков с нами, если вы были. А если нет, спасибо, что были с нами вот это время. Мы рады, что у нас получается развиваться. И мы слушаем, кстати, ваши предложения по поводу гостей, которых вы нам начали советовать. Это очень клево. Мы уже несколько будущих гостей знаем. Прям будут хорошие, будет интересно. Да, мы развиваемся в этом направлении. Так что не пропускайте следующие выпуски. Фоловьте нас, оставляйте нам вопросы и комменты в нашем телеграм-канале. Вот теперь все видят, как ты вживую выпрашиваешь, с каким лицом это. Я не выпрашиваю. Я, между прочим, радуюсь от того, посмотрите, что люди как Леша радуется. Оставляют как нам вы эти... можете не поставить? Ну, слушайте, это правда приятно. Правда хорошо. Когда люди приходят и говорят: чуваки, нам нравится то, что вы делаете. Мы готовы делать это более охотно, когда слышим такой фидбэк. Так что, друзья, мы вас любим. Пожалуйста, говорите нам, что вы нас любите, и мы будем двигаться дальше в этом совместном танце. Клубки. Да. Что? Так, вот без клубков давайте, друзья. Все. На этом, я думаю, эксперимент наш состоялся. Через неделю мы услышимся в нашем более стандартном формате. И если зайдет формат со стримами, то через какое-то время мы сделаем новый стрим. На 50-й выпуск. Будем уменьшать 50-й. Постепенно к каждому выпуску потом приблизиться. Нет, на поживем, каждые 10. Увидим.
Поживем, увидим. Ну, да. Там видно. Вы, по крайней мере, напишите нам, какое у вас мнение по поводу того, что сегодня происходило. Понравилось вам или нет формат, эксперимент. Да, в общем, будем на связи и через неделю увидимся, услышимся.